Приветствую вас на канале Самоделушки. В этом видео я предлагаю распаковать коробку с куклой Клавдия Вульф, дочерью волка-оборотня. Ну что ж, в семействе волчьих пополнилось. Давайте откроем коробку и посмотрим ее поближе. Так. У Клавдии есть подставка, расческа, дневничок, мобильный телефон и, по-видимому, блокнот с ручкой. Давайте открепим ее от коробки и разглядим ее поподробней. Ну вот, наша красавица на свободе. Сразу видно, что у нее много интересных отличительных черт. Во-первых, это первый монстрик, у которого так тщательно пролеплен ротик. У всех остальных был просто нарисован, если были зубки, они тоже были нарисованы. У Клавдии зубки именно пролеплены. И верхние, и нижние, и еще и клычки выступают. Далее, у нее очень сложный макияж. В общем-то, я насчитала 4 цвета. У самого глаза розовый, потом бордовый, светло-зеленый и такой совсем желтоватый. У Клавдии очень необычный цвет волос, такой очень желтый. Волосы собраны в хвост, залачены не сильно, можно сказать, практически даже не залачены, мягенькие. И вот так вот на ощупь нежирные. На ушках сережки, в этом ушке одна, в этом тоже один кружок. И очки. На шее ожерелье. Под пиджачком платье. Такие очаровательные носки, они мне очень нравятся. Туфли на высокой платформе. По ощущениям, цвет кожи у нее потемнее, чем у остальных волчьих. Вот я предлагаю для сравнения взять Клода. И действительно, она более такого коричневого цвета девушка. Все остальные волчьи больше похожи на молочный шоколад. Ну что, интересная особа. Давайте посмотрим ее аксессуары. Телефончик и ручка с блокнотом. При ближайшем рассмотрении мы видим, что они чисто бутафорские. Ничего не открывается. Просто такие вот предметики. В общем и целом, куколка симпатичная. Ну, достойная сестрица в семействе волков.